Это девушка Джекса? Или это его сестра? Эти все персонажи ждем во второй серии. Рогата, Скитлз. Ограбление банка? Обалденный. На тебе Глича. Ай, куда он делся? Ты не попал. Все они. По! Джекс, Рогата, Кейн. Это Кейн в ромашковом поле. Кингер. А ты сможешь подписаться и поставить лайк за 3 секунды? 1, 2, 3. Молодец, спасибо, ты настоящий искатель приключений. Самый смешной цифровой цирк, всем привет! Привет, друзья, мы на Валеришка Геймс! Что у нас, котлетки жарят? Давай. Помни, это короче, как делаю нормальный, как делаю я, и как делает кто? Сейчас съест психопат? Горелые, что ли? Ребята, погнали! Что бы хотели персонажа цифрового цирка себе на Новый год? Помню, бы хотела игрушку мягкую, игрушку-подушку. Джекс хотел бы набор петард. Деньги. А что у нас хотела бы зуб? Денег. Зачем тебе в цирке деньги? Там все бесплатно. Королёр? Вот королёр бы не хотел денег, он бы себе хотел красные шарики. Не знаю почему, как бы, ребята, ну... Рогата. Набор ниток. Зашивать себе платье. Да, у Гэнвилл что-то с ленточками. Что? Это какая-то книжка. А, книжка. Так, что хотел бы у нас Калфма, зажигалку? Зачем? Спалить себе дом с подушек? Я не знаю. Что хотел бы у нас Луна? Это лосьон. Лосьон. Для Луны. Для Лун специально. Ребята, вы знали такое? Бабблс хотел бы пузырьки для ванной. Глоинг бы хотел себе набор Лего. Чтобы он держался. Королева хотела бы у нас... Вау. Макдональдс. Гифт-карту. Гифт-карту Макдональдс, ребята. Кейн бы хотел призрака. Голову. Манекена? Девушку. Не, он хотел бы себе, чтобы манекены бы хотели, чтобы они, друзья, оделись наконец-то. Да. Так, какие у нас персонажи, ребята, были рассеянные? Посмотрите, у нас динозавр, королиха, клоун, джестер типа, собака, какой-то пузырек с глазом и, ребята, муравьед. И муравьед. Эти все персонажи ждем во второй серии, друзья. Поддержите лайком, если вы еще не поставили, потому что ваши пальчики вверх нам очень помогают. Угадываем, это Кейн. Да, ребята, помогайте нам угадывать и напишите, кто сколько сегодня раз угадал и кто сколько раз ошибся. Джек с Рогатой. Джек с Рогатой. Сегодня пока изи. Сегодня очень много крутого, мы сегодня смеемся и угораем цифрового цирка с Рогатой. Помни с Джексом. И будет много классных анимаций, очень веселых. Да. Помни с Джексом, еще и с королером. Зубл с рукой. Это Зубл с рукой. Оторванной. Она из Лего, причем из зимнего, из какого-то, да? Или что? Угу. Помни. Огурцы вместо глаз. Или это не огурцы? Это кусочки киви. Да. Нет, не, мы пока угадываем. Это Гэнгл, да. Улыбаюсь. Смотрите, две арки посредине улицы в городе такие. А-а-а. На уровне второго этажа почему-то. Кейн. Это король. Кейн, ты думаешь? Шапка, точно, Кейн. Я, короче, не алло. Королёр. Потому что у него его шубка справа видна. А-а-а. Прикольная. Так, какие любимые конфеты персонажи цифрового цирка? У Кейна у нас желейные мишки. Так, что у нас у Помни? Помни. Любимая конфета, помни какую. Айси, сквиз. Лед, типа конфетный лед. Походу. Так, Джекс у нас любит шоколадные боулинговые шарики. Гэнгл у нас любит длинные красные конфетки. Ну, как она сама, друзья. Ну, да. Пузырек у нас, наверное, любит. Дабл бабл. Да. Это что это такое? Это жвачка. Из чего? А, это жвачка. Рогата. Скитлз. Дикие ягоды. Вайлдберри. Зубл у нас любит Таблерон. Это шоколадка внутри с чем? С кусочками зубов. Королёр у нас любит конфетки, таблетки для похудения. Обезжиренные. Интересно, в конфетах кто-нибудь жир добавляет? Я вот не знаю, зачем обезжиренные. Желейные червячки. Короче, у нас королева любит желейные червячки. Любимая еда теперь. То были конфеты, а то конфеты, теперь еда. Кейн у нас любит торт с глазиками. И наверху большой глазик. У него же везде глаза. У тебя будет сахарный диабет. У тебя будет курица цифровая. Джекс любит, морковку. Ну понятно, морковку. Конечно, он же заяц. Так, Гэнгл любит у нас вермишель. Длинную, как она. Пузырек у нас любит. Что? Мороженое. Вафельное мороженое. Обожаю его, ребят, такое вкусное с клубникой. Рогата, ну ты выбрала себе. Капуста. Фиолетовую капусту. Зубы у нас любят пиццу. Почему? Потому что треугольная тоже. Голова. Наверное. Королёр. Только туда пиццы и помещается. Бургер Кинг. Фига, видели там меню? Королёр лицами крестит. Макдональдс. Кауфман любит Макдональдс. Королева Глоинка у нас любит. Все. Все. Лишь бы что-нибудь сожрать, да, друзья. Погнали! А это гличевые питомцы. Да, рассеянные питомцы в Among Us. Маленькая помни. Помни, рассеялась.
после конца. На половинку. Хорошая, хорошая. Все, больше не рассеивайся, не балуйся. Сейчас грохот у нас. И посмотрим реакция. Самое главное это реакции. Она нашла выход, но она глючевая и не может туда пролезть. Она проглючилась в выходе. Проглючилась в выходе? Да. У Кейна, смотри, что-то во рту какие-то. Мне кажется, у него козюльки. У кого? У Кейна? Да. Или у Помни? Да, чуть-чуть. Чуть-чуть. Куда у нас Кейн спрячется? Шапку. Шапку. Просто спрятался и выглядит, как какая-то масса глюча. Зубел. Зубел, рука душит, смотри. И ребята, она такая, о, и рассеяла ее. Хорошая, хорошая. Да, молодец, Зубел. Прикольно иметь пэтов рассеянных. Вапа, реакция Зубел. Вся рассеялась. Она вся рассеялась. Джекс. То было чуть-чуть, а теперь вся. Посмотрите, Джекс. Какой Джекс прикольный. На тебе глича. Ай, куда он делся? Ты не попал, Джекс. Это тупо. Это очень самая было смешно. Тупая смерть вообще просто. Да. Хороший. Смотри, как он трусится. Джекс, тебе что, страшно? Ему еще хуже. Он прыгал как заяц, ребята, видели? Гэнгл, так, сегодня у меня маска. Такой образ. Плачущий, веселый, да. Короче, решил выбрать гличевую. И пошла. Такое бывает. Погладим. Хорошая, да, постучали по голове. Хозяин, может быть, в один раз тебя не убьют? Нет. Сорянчик. Она разбилась. И в виде маски, ребята, разбитой. Рогата. Оу, тесак прилетел. Да, опять тут шалят в цирке. Блин, не достается. Блин. Провальчик. Серьезно? Пожалуйста, не убивайте хоть в этот раз Амонгуса. Рогата, спаси. Нет! Реакция Рогата. А она тоже вся рассеялась. Королер. Королер такой, смотри, весь на этом, на подкордухах. Он просто постоял, пошатался и все. Ну, ему не подарили энциклопедию про насекомых, поэтому он решил он такой, вы забыли про энциклопедию насекомых? Да, и сломали мой подушечный домик. Тоже разгучился. Просто, ребята, даже без подушек. Пузырё. Какой ваш персонаж любимый цирка? Напишите в комментариях. Ого. Я же говорила, полный. Его стошнило гличем? Да, он полонализался. Полонализался? Да. Ребята, не надо лизать пол на корабле Among Us. Это может плохо закончиться. Он, смотри, превратился вообще в лужу. Кауфмо! Рассеянный. Такое бывает. Писал выход на полу, и выход его съел. Или такой просто... О, караул! Так, и что? Ребята, сегодня еще очень много угадаек. Поддержите эту серию лайка, если вам нравятся такие и штуки, и истории. И будут сегодня, ребят, крутые анимации. Он стал просто... Так, вот они все наши персонажи зараженные. Кто милашки, кому какой больше понравился. Мне Джекс очень понравился. Вот такие милашки. Девочка наряжала под Новый год елочку. Смотрите, у нее тут подарки. С Новым годом. Целая куча всего. С параллельной вселенной кто-то пришел. Портал. Кто это? Это алло? Цирк. И она выходит в цирк. Прям под Новый год. Девочка, зачем ты это сделала? Это персонажи Gacha Life. Как зовут эту девочку с синими волосами голубыми? Напишите в комментариях, ребята. Она что, Помни стала? Да, походу Помни. Смотрите, она Помни проходит. Помни недоцветной? Не до красной? Ну, не до красно-фиолетовой. Все они. По... Джекс, Рогата, Кейн, правый. Гэнгл еще было. Так, погнали. Джекс говорит, надо Помни подарить цветочек. Помни, иди сюда, красотулечка. Хочешь, я угощу тебя своей розочкой? Джекс, ты что опять задумал? Ладно, Джекс, чё. Я ж люблю тебя. Еще и розу мне дарит. Ну просто капец, наверное, какой-то пранк. Да, роза прикольная, что ко мне подойдет. Это девушка Джекса? Или это его сестра? А ну отдай, это мой цветок был! Нифига, розы не люблю с детства. Крольчиха какая странная, ребята. Джексу стыдно. И, видимо, это его девушка или его сестра. Пи-пи-пи-пи-пи. Она говорит, пик-пик. Ну что, твое платье ужасное. А что ты смотришь на мое платье? Это не платье, а читаю костюм. Слушай, она меня бесит. Давай ее грохнем. Ну извини, пожалуйста, это я... мне стыдно за нее. Джекс, зачем ты ее сюда привел? А я не привел, она сама пришла. Что же делать? Она пожаловалась. Вау! У королера с королихой, посмотрите. Они строят себе новый дом. Королиха хлопает в ладоши, говорит, браво, наконец-то у нас будет свой уголок, в ипотеку. Ну что, заходим? Да, пойдем. Добро пожаловать, голубушка, ты первая, проходи. Ура! Подушечный замок. Сейчас она вам сожжет. Не надо! Ничего себе! Спалит всех королей наших! Им же так там хорошо вдвоем. Да, посмотрите, обнимает ее. А, королёв, по-моему, мы горим. Да не прикалывайся, у нас самый прочный в мире подушечный дом. Мы горим! Действительно горим. Посмотри! Крыша валится со всеми нафиг подушками. Потушим. Кто играл в пожарников? Так, давайте посмотрим. Пузырек. Затушил. Красава. От вашего дома мало что осталось. Блин, прости, дорогая, наш дом был не слишком прочный. Нафиг, не дружу с тобой больше. Убирайся. Кто же это сделал, он думает. Это ну, та все. Вот девочка. Это вредная крольчиха. Джекс. Кейн, что она сделает Кейну? Ребята, она троллит, короче, всех персонажей. Друзья, пранкуют.
Она ему, смотрите, что сделала. Нет. Просыпайся, Кейн. Она ему зубы спутила или что? Он теперь черно-зубастый. Офигеть. Пузырек, это ты сделал? А, она, короче, подставила пузырька. О, нет, это он. Так, а ну пока в зеркало посмотрюсь. Что там с ним? Фига! Мои зубы стали черными! Они уже. Я их не чистил! Пойди к зонтисту, быстро их почисть! Тук-тук-тук, стоматолог, можно к вам? Слышь, Кейн, ты еще и подслеповатый. Все, теперь у тебя никаких зубов. Теперь у тебя настоящая бабкина вставная челюсть. Блин, надо что-то делать, Джекс. Твоя сестра прям с катук слетела. Нужно срочно разобраться. Сделай что-то. Она сейчас нас весь цирк наш пригрохает. Короче, она уже в боулинг играет. Зубов, нет, уходи, зубов. Зубов, уходи. Развалила. Это был спейр или страйк. Так. Спейр. Всех, короче, уже потроллила. Есть идея. А, еще Гэнгл. Отдай мою маску комедийную. Извините, я разбила ее. Нет, моя последняя. Слушайте, она, маска. А маска что, прям такая фарфоровая, бьющаяся, прям как стакан, как посуда. Она просто даже на нее не наступала, она уже разбилась. Морковка. Ой, морковка. Это морковка. Я люблю морковку. Все, ребят, сейчас на морковку ее поймают. Я уверен. Да, смотрите, разложили морковки. Она сейчас проследует. Ха, люблю. Слушай, лицо да. Треснет. Треснет. Где ты взялась вообще? Я такая красотульная. На нее падает. Клетка. А, я думал, бетонная плита. Клетка, помнишь? Не угадали. Ты попалась. Не беси меня! Выпусти меня срочно отсюда! Слушай, сеструха, Джексиха, или как тебя называть? Смотри, что ты с королёрами сделала. Особенно Кейну не повезло. Где мои зубы? Мои зубы! Зубы вообще разложилось. Зубы разобралась, да. Ай, ну извиняй. Так, что же с тобой делать? Стой здесь, охраняй, чтобы она никуда не сдрыснула. Блин, мне так грустно. Простите меня, что я в вашем цирке тут навела немножко беспорядка. Мисс идея. Слушай, а давай мы тебя, короче, возьмем сейчас все и вернем. Правда, вы думаете, вы меня сможете простить? Ну, я не знаю. Я бы не прощал. Ну, я сейчас вытру сопли. И пойдемте сразу все исправлять. Так, берем. Магическая щетка. Волшебная щетка. Ого, как это так? Десна потерли, а зубы выросли. Прикол. Кейн, теперь у тебя новая белоснежная улыбка. Вау, клево. Можно заводить себе Кейн. А так можно было? Помни. Так, что помни делать? Кого она там у нас чинит? Гэнгл. Починила. Так, берем, короче, суперклей и немного посуды и склеиваем тебе новую маску. Класс. Ура! Спасибо. Моя тебе. Комедийная маска вернулась. Блин, клей прилип. Зубов? Зубов. Поднимай, не волнуйся, Зубов, мы тебя сейчас... Не-не-не, я тебя больше не буду обижать. Мы тебе сейчас вставим голову на место. И клешню твою крабовую. Так, давай. Я нашла. Слушай, помню, у нас немного нет мира. Где моя клешня? Где моя рука? Сейчас помню, принесет. Она сейчас чуть-чуть поиграется. Привет. Твоя рука на меня напала. Офигеть. Ура. Наконец-то. Ну и, конечно, построить дом королеру с королёршей. Все, они построили. Все, заходи. Мы будем с тобой вместе. Отлично. K&Q. Ну что? И королев. Дай пятюню. Пошли, наконец-то. Все, спасибо. Заходим. Спасибо, помни, что ты дала мне возможность и второй шанс. Помняшка. Да ничего, обращайся, если что. Джекс такой. Блин, мне так за нее стыдно. Погнали, ребята, следующая крутая анимация. Так, вау, персонажи цифрового цирка. Добро пожаловать, мои маленькие... Звездочки. А что звездочки? Сегодня мы будем с вами ловить глоинков. Кейн, хватит уже нам лапшу на уши вешать. Выход. Помню, сразу подсекает, где выход. Побежали. Ребята, это, короче, пранковая экранизация цирка, друзья. Очень-очень смешная. Приветулики. А выход собралась. Нет. Да. Ты знаешь, выхода нету. Эта дверь случайная. Она вообще-то вела в туалет, но мы ее чуть-чуть перекрасили. Так, давай выберем тебе имя, помни. Ты не помнишь свое имя? Нет, не помню. Тогда придется выбрать. Помни, вспомни. Новое имя? Не волнуйся, у нас здесь очень большой выбор имен. Как бы ты хочешь, чтобы тебя звали? Пым-пым. Ну что, выбираем. Давайте. XDDKK? Да. Подходит? Как тебе нравится? Не согласен. Да, я знаю, это ужасно. Давай еще раз. Лол. Как насчет LOLXD? Это не шутка. Вы серьезно? Извините. Извините, крутим еще раз. Давайте еще разок. Так. Это у нас... Что вы думаете? САС! Я не хочу быть САС. Извините, я случайно... Следующее слово. Вау! Нет. Помни. Ой, простите. Это плохое слово. У нас цирк для всех возрастов. Помни. Помни. Нравится помни? Помни. Пожалуй, лучше XDDKK. Давайте помни, я пожалуйста. Да. Окей, все. Добро пожаловать. Я говорю помни. Я имею в виду помни. Вы готовы, мои маленькие звездочки? Звездочки. Ну что, начинаются наши приключения, а я пошел в кафе.
Ёпстель, а что ж мне делать? Так, ну что, Глоенкова будем собирать? Здрасте. Или выход искать? Понятно, привет. Джекс, как обычно, троллит Гэнгл. У него все разбивается, моя комедийная маска. Как обычно, такое бывает. Помни, королёв строил какие-то баррикады. Зубы. От кого он это делает? Это на случай, если вдруг вода резко пойдет. Да, вот выход. Давайте, помни, у тебя получится. Газуй, к выходу. Выйдешь, нет? Это выход. Тук-тук-тук. Джекс, что ты смотришь? Комната. Вау! Это что, банк манекенов? Чё? Ничего себе. Кейн! Помни! Пошлите, да, давайте заходим. У меня, короче, появилась идея. Все выглядит, как будто бы это банк. Ну да, похоже. У меня есть для вас следующее задание и приключение. У меня есть какие-нибудь идеи? У меня есть идея, чтобы пойти. Не пошел бы ты. Хорошо, Кейн говорит, я пойду, но в следующий раз. Тогда у меня есть идея, раз вы все молчите. Что мы будем делать? Ограбление банка! Обалдеть! Руки вверх, штаны наверх. Быстро, на пол. Быстро, Кейн! Кейн, что ты делаешь? Мы что, блин? Грабим банк? Нет, конечно же! Мы это, проводим испытания в банке. Пойдем! Вау. Он застрелил одного из сотрудников. Служба захвата. Циркачи приперлись. Все, помни, идем. Скажем, что это наши приключения маленькие. Стреляй, газуй! Ничего себе, ребята. Они спрятались. Кейн. Боже, куда я попала? Кейн, что ты наделал? Кейн. Не волнуйтесь. Все в порядке. Так, все, давайте. Нам так, нам нужно теперь взять деньги. Потом разобраться с этими людьми. Да. Идите за Джексом, он вам покажет выход. А я пока их отвлеку. Ого! Вау! Побежали. Джекс так прикольно побежал. Ребята, они пробираются в сейф. Посмотрите. Они так вообще незаметно. И что? Что, ребята? Кейн, когда у тебя патроны заканчиваются? Никогда. Сидели, смотрите, у них там. Слушай, Кейн, то, что ты просто будешь стрелять, ничего не даст. Помни. Выход опять. Опять? Ей везде двери мерещатся. Это двойной выход. Эй, помни, смотрите, денег нам в цирке хватит на долгую счастливую жизнь. Мне нужен выход, мне нужны ваши деньги. Я пошла в закулисье. О, господи. О, господи. Ну, ты не заходила. Здравствуйте, есть здесь кто-нибудь? Или здесь нет никто? Тут, наверное, будет этот монстряка. Да, вот он. Хи. Я, наверное, это просто мое воображение, видать? Нет! Тихо. Уходи, быстро, куда-нибудь, убегай! Где был выход? Я не знаю, мне кажется, она от него уже отбежала. Точно, он, наверное, уже исчез. Спряталась. За кулисье не так-то просто спрятаться, ребята. Одна колода на все за кулисье. И куча 500 этажей. Дверь! Еще один выход! Вау! Ты кто такой? Что это такое? А ты терминатор? Это мой друг, извините. Монтировкой. Откуда так круг? Прилег. Слушай, помни, как ты тут оказалась? Мы тебя вообще-то там ждем. Мы там вообще-то банк грабим, деньги собираем. Откуда окей, у тебя этот круг? Мы вернулись в цирк. Откуда все и начиналось? Помни, не будет прежней. Я была на выходе. Я сегодня была в банке. Я была в закулисье. Где я только сегодня не была? Эй, помни! Эй, помни, иди курицу хавать. Пусто. Зачем? Еще один выход? Кейн! Где ты? Где? Помни, я тут. Со мной еще Кола не разговаривала. Это я! Помни! Я Кола, помни! Узнаешь меня? Что ты думаешь? Тебе понравилось? Я знаю, я Кока-Кола Кейн! Кока-Кола Кейн? Катастрофа. Что делаешь? Нет! Я планирую тебя выпить. Вот такое... Это поворот, ребята! Спасибо, что посмотрели. Ребята, не прощайтесь с ними. Пожалуйста, помогите мне выбраться отсюда. Я умоляю вас, как отсюда выбраться? Обалдеть, вот это анимация. Помни. Это помни, ребят, спасибо каналу, который делает такие анимации, видосики, ссылочки будут в описании. Да. Так, это у нас... Глоинг. Глоинг, да, на камине. Ребята, угадываем. Кауфмо. Королев. Кауфмо, это Кауфмо. Да, Кауфмо. Он там из белых домов был собран. Это Кейн в ромашковом поле. Кингер. Гэнгл. Это Гэнгл. Которая рогата. А Гэнгл у нас Гангл. Все ли просто, ребята, грамотеи. Мы с вами так. Это у нас Джекс. Как Джекс? Ну, хоть Джекса без ошибок написали. Это Королёр. Показывает нам новогодние салютики. Королёв, наконец, спасибо. Это Зубов. Кто? Зубов? Еще одни салюты. Зубов. Рогата, которая. Кто сколько угадал, кто сколько нет, напишите Зубов. В комментариях.
лайком поддержите эту серию. Смотрите все видео на всех наших каналах. Валеришка Максим, Play Games Family. И на наших новых каналах Влад и Лера, Валерий Кэт и Валеришка Лайв. Все ссылки в описании под этим видео. Переходите. Мы вас очень любим. И стараемся только для вас, потому что вы у нас самые лучшие. Всем пока-пока. Нажимай на следующее видео. Увидимся там. Пока.